Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Знаете, обсуждать новости по Brilliant RP — это как вернуться в родной дом после 10-летней разлуки или там, допустим, 100-летней разлуки, 100-летней разлуки и так далее, потому что немалое количество подписчиков и людей вообще, которые со мной согласны, Ангел Касада бы их назвал единосогласники, у меня же вот ничего подобного нету, вы просто типа подписаны на мой канал и все, вы типа молодцы, там друзья, я вас люблю, там все вот это прочее, но вы сами должны все это прекраснейшим образом понимать. И Brilliant РП уже открылся, то есть каких-то таких, знаете, очень хайповых роликов, которые наберут много просмотров, по типу того, там, когда откроется Brilliant РП и все прочее, уже и не сделать. Хотя мне на них всегда было похуй, и я, типа, никогда за всем этим не гнался, просто, типа, ну вот, есть какая-то определенная новость, все, то есть я даже не вчитываюсь в нее, иногда просто, вот, знаете, запускаю запись и читаю прямо вот в реал-тайме вот эти вот эмоции, которые вы иногда можете у меня увидеть, типа, удивление или вроде того, они, типа, настоящие. Иногда, может быть, я когда-то читаю новость и потом уже ее озвучиваю. Может быть, вот я прям, знаете, вижу картинку, вижу какой-то заголовок и уже сразу включаю запись для того, чтобы там, знаете ли, все это в реал-тайме обсудить, все это там рассказать, сказать и так далее. Тут не так. Тут я несколько раз прочитал, было, знаете ли, несколько дублей, у меня такое впервые. Где-то там, знаете, за окном машина приехала, где-то еще что-то. Ну, в целом, наверное, можно было бы и с этим оставить. Типа, люди бы такие, о, это же, да, так, знаете, по-живому, типа, круто, классно, замечательно. Однако, я думаю, что такое, знаете, вот вступление, оно очень сильно затянулось, но вы же, наверное, из-за этого и смотрите мои видеоролики, потому что какой смысл заходить ко мне на канал, если, типа, вы то же самое можете найти у любого другого, там, GTA сам ютубера по новостям. То есть, я вам что-то рассказываю, я вам о чем-то там, знаете, показываю, что-то какую-то я хуйню сказал, ну, такое иногда бывает, ничего, как бы, сами понимаете, со всем этим не поделать. Давайте перейдем к самой новости, ее обсудим, посмотрим, разберем и какие-то, может быть, еще мы действия сделаем, я, если честно, не знаю, какие можно действия сделать с новостью, но давайте приступим. На Brilliant Roleplay в скором времени появится система охоты. Как же замечательно, что в этом посте они хотя бы, вот знаете, все грамотно написали. Наверное, потому что тут было только одно предложение, и ошибиться в нем было достаточно сложно. Плюс к тому, это скорее всего, хотя даже не скорее всего, а это не рекламный пост, потому что в рекламном посту, посте и так далее, Brilliant RP был бы отмечен. А так как они денег не заслали, не заплатили, то их как бы не отметили, но новость типа есть. Проект вроде как тоже там собирает какие-то вот эти вот довольные возгласы, все прочь от фанатов там тех, которые типа ждут Радмир Мобайл, Радмир КРМП, все прочее, или у тех, у кого, допустим, по каким-то причинам не идет Black Rush из-за своей какой-то нагруженности, всего прочего, они поэтому, вот знаете ли, как-то вот приходят в комментарии и говорят, мол, да ты чё, да, Black Rush это говно полное, вот Brilliant RP, вот это да, что говоришь, Радмир Мобайл, ой, да он не выйдет никогда, успокойся, там Евгений Ковалевский уже сам заявил, ты чё канал ZDC не смотрел, он там все про это, знаешь ли, рассказал, ты как бы подпишись и все, чтобы вот таких оплошностей больше не допускать. И вот тут сейчас мы смотрим на все это, и охота разнообразнее, чем на Arizona RP. Представляете, то есть я играю на Arizona RP уже очень давно, года два, может быть три, вот скоро уже, по-моему, в марте этого года будет три года, как я снимаю и по совместительству иногда бывает захожу, поигрываю там в казино, еще где-нибудь на Arizona RP. И понимаете, в чем дело? То есть на Arizona RP не так давно, относительно не так давно, по-моему, это еще Ангел Касада снимал на этом проекте, когда ввели, могу ошибаться в датах, однако ладно. Там была система охоты, с помощью которой ты там можешь подстрелить
отстреливать себе какую-то определенную живность, потом из нее что-то готовить, потом делать вот эти вот все прочие вещи, и тем самым вот, типа, добывать себе еду, потом, по-моему, из этого что-то можно крафтить и так далее. И вот проблема в том, что на Arizona RP представлены только лишь одни олени. То есть кого-то еще там нету, то есть все, олени и больше ничего не дано. Ну, еще, кстати, темная тема в инвентаре, это я так, к слову, вспомнил, если вдруг вы захотите поиграть, об том, какие фишки вы можете поймать на Arizona RP, если зайдете и введете все мои данные, об этом все будет в конце, я как бы отошел от темы того, что обо всем этом говорю в начале, потому что все это проматывают, получается неэффективно, деньги с рекламы идут и никуда, хотя, типа, на фоне же все равно Arizona RP, и люди такие, типа, блин, Arizona RP, ты так красиво ездишь по всяким пейзажам, ты так красиво все это делаешь, дай-ка я зайду сам все это посмотрю, вот, наверное, как-то так, по большей части, иногда, возможно, вот все это работает, хотя, разумеется, я не уверен. Что я могу сказать по поводу охоты? В целом, как лично я вижу, живности будет много. Это замечательная новость, потому что, ну, типа, какое-то разнообразие и все прочее. Правда, в данном случае они выглядят как картинки, которые просто, так знаете, прифотошоплены, причем не особо умело. Вот даже я сейчас смотрю, может быть, у вас тоже вот нечто подобное создастся вот это вот все впечатление. То есть такое чувство, что они просто там, знаете, в фотошопе вот эти вот все PNG-картинки, PNG-изображения, они прикреплены вот ко всему этому с учетом пропорций, там, всего прочего. Типа, я, разумеется, надеюсь, что все это не так, и то, что у них, типа, все вот и реально будет вот эта вот вся живность, которая тут представлена. Правда, типа, почему она вся на каком-то одном вот этом вот лесоповале, лесном вот всем вот этом вот массиве, почему все так, типа, неужели они такими стаями тут будут, ну, да, как минимум странно, непонятно и так далее. Хотя, типа, не знаю, что вообще из всего этого сделает Brilliant RP, вообще для каких целей все это будет. То есть, на Arizona RP целей несколько, это еда, и это скрафтить там для себя какие-то определенные аксессуары, мешки, в которых можно будет там что-то таскать, по-моему, то ли еду, то ли еще что-то, то ли там сытость будет тратиться, вернее, там, знаете, чувство голода будет медленнее приходить, и типа, вот, вроде того. Я особо сильно во все это не углублялся, просто я знаю, что там вот есть такие функции, возможности, все прочее. Что тут? Для чего на Brilliant RP вот все это нужно? Вот я, допустим, захожу, думаю такой, вот сходить мне, допустим, на какую-нибудь шахту, или пострелять животных, вот таких невинных, они там пасутся, едят травку, я их сейчас постреляю, типа, что это такое? Это нормально вообще будет или нет? То есть, ну, типа, каждый, наверное, решит сам для себя. То есть, зоозащитники явно на Brilliant RP за все это, так, знаете, возбудят нехилый бугурт. Возможно, если в комментариях они у меня есть, то вы можете написать, типа, блин, да животных нельзя убивать и так далее. Будет очень смешно, если для этого всего геймплея я приеду и начну вот стрелять там вот этих вот всех оленей и делать прочие вещи. Типа, это было бы верх гениальности, но, наверное, мне больше лениво все это делать, чем вот не лениво. Типа, очень лень, я не хочу ехать, не хочу вот это все делать и так далее. Просто хочу сделать данный видеоролик. Я думаю, что в данном случае по поводу всего вот этого вот заповедника, по поводу всех вот этих вот систем и всего прочего, я думаю, что вы меня поняли, и вопросов по поводу вот животных на Brilliant RP больше не будет. Я надеюсь, по крайней мере, на все это. Если оно будет, то типа, ну, придется со всем этим, наверное, мириться. Как лично я понимаю. Может быть, нет. Может быть, да. Не знаю. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также ссылочка на мой телеграм-канал, в котором происходит много всего и в котором мы держим связь на случай чего. Все это находится в описании. Заходите, играйте, вводите промокоды, никнеймы, подписывайтесь. Всем пока и до свидания. И еще раз пока.